Всем привет! Вы на канале ТРКТВ. И сегодня снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». Самый дорогой магазин. И давайте начинать. Мамочка, зачем вы пришли в этот магазин? Мне он как-то не нравится. Доченька, ты что? Это самый дорогой магазин в нашем городе. И вообще, самый дорогой магазин называется «Бриллиант». Ты что? Ну что мы там купим? Я куплю тебе самое дорогое одежду. Ты же должна выглядеть подобающей самой настоящей королевы, точнее принцессы. Я себе куплю тут самое дорогое платье. Поэтому мы сюда и пришли. Ты решила своих взять пони. Хорошо. И, наверное, если ты будешь себя вести подобающей королевской личности, то я тебе разрешу купить тут самую дорогую пони. То есть не самую дорогую, а ну, пони, которые тут есть. Тут же они самые редкие и самые дорогие. Правда? Ой, спасибо, мамочка, спасибо. Хорошо, сейчас к нам подойдет девушка, она администратор этого прекрасного магазина. Это вообще бутик, это вау, просто самый прекрасный магазин. Ваше Величество, здравствуйте, меня зовут миссис Джейн. Будьте добры, меня зовут миссис Джейн, я к вашим услугам. Хорошо, мисс Джейн. Вы, как я вижу, ваше величество, принцесса Каденс. Да. Я хочу вам представить новый магазин, который как раз открылся сегодня. И слава богу, что вы пришли на его открытие. Мы очень вам рады. И, конечно же, мы вам покажем все, пройдем хорошие экскурсии. И вы приобретете платье, которое вы заказали. Мы его сделали со всеми точностями. Вы можете его потом проверить. Но для начала небольшая экскурсия. Давайте, идемте. Проходите вот сюда, вот сюда. Давайте-ка, пожалуйста, можно немножко вот так? А, хорошо. И ваши пони, я полагаю. Принцесса Ранди, это ваши пони? Да, да, конечно, это мои. Да, конечно, здравствуйте, еще ваше высочество, принцесса Ранди. Ну да, здравствуйте, мисс Джейн. Так, давайте начнем со входа. На входе сижу я и кассир, и одновременно администратор. У меня есть и специалист по пони, пони? Конечно, она очень хорошая, она вам может подобрать новую пони, а не эти старые. Но они старые, но они хорошие. Ой, ну ладно, давайте дальше. Значит, здесь у нас есть самая дорогая одежда в мире. Вы что, вы даже не знаете, вот насколько она дорогая. Она стоит больше, чем все юбочки в мире. Пожалуйста, вам представлена коллекция зимняя и летняя. Пожалуйста, гавайское наслаждение. Очень красивая юбочка. Сочетается с любым аксессуаром. И прекрасный зимний вариант. Ну, конечно, это она выглядит по зимнему стилю, который называется «Льдинки в снегу». Очень шикарное название. Придумано самым знаменитым модельером нашего города. Пони Мэнни. Вот так вот его зовут. Ну, вы же знаете, да, конечно, это самый знаменитый, вы что. Да, он сам это, так скажем, сконструировал и вот так создал вот такой шикарный шедевр. Вы можете приобрести, но это все, я вам скажу, от фирмы Gucci. Gucci? Ну да, он у нас единственный, так скажем, из фирмы Gucci, кто работает в нашем городе. Ну, конечно, у него есть там еще помощники, но это он единственный. Потом он сделал самые дорогие юбочки, самые элитные, для таких же, как вы и ваша доченька. Что ж, пройдемте дальше. Вам представлен такой, как набор. Проходите, ваше существо, ваше величество. Да, хорошо. Ах ты, какое красивое платьице. Да, это не простое платьице. Это платьице даже, как бы вам сказать, очень даже дорогое, потому что, с виду это просто юбка, на самом деле это такое платье. Оно очень похоже на предыдущую юбочку под названием Гавайский бриз или Гавайское море, что это такое. Честно, я просто не очень запоминаю все это, так как я работаю, конечно, тут, так скажем, еще только, получается, неделю, поэтому я еще не все разучила, ну ладно. Так, этот набор мы как раз специально сделали по стилю вашей дочери. Мы хотим вам его показать. Вы, наверное, захочете купить. Это шикарная юбка, тоже сделанная нашим шикарным
пони, который и сделал остальные юбки из фирмы Гуччи. Это тоже все Гуччи, вы можете посмотреть. Все до мельчайшего цветочка из бриллиантиков сделано. Просто все... Ой, вишенка, все прям... Ой, шикарно. И, конечно же, прекрасное, прекрасное ожерелье. И к нему вы можете подобрать аксессуары к этому наборчику. А аксессуары находятся у кассы, тоже очень дорогие, очень-очень. Стоимость этого набора платья выходит примерно в 100 тысяч рублей. 100 тысяч. Вы не ослышались. Это пока что скидка для вас. Скидка? А сколько она так стоит? Ой, ну вы что, вы смеетесь, что ли? Она стоит 500. 500? Интересно, дороговато. Ну, тут могут покупать только элитные люди в таких магазинах, поэтому это специально для вас я сделала. Ну, не сделала, а, так скажем... подсказала ему, чтобы он сделал вот такой набор специально для вас. Я же знаю, как ваша дочь любит розовый и все такое в стиле My Little Pony. Да, да, да. Ой, давайте пойдем дальше. Специально для вас, Ваше Величество Каденс, мы сделали самую шикарную сумку. Сумку «Летучая мышка». Вы ее увидели, наверное, влюбились. Это самая богатая сумка. Не падайте. Очень-очень красиво, очень-очень красиво. Сумочка, она вот так вот одевается, вот, очень красиво. Сумка сделана из золотой, вот такой вот, ну, как это называется? Как это называется? Ну, с таким, так скажем, золотым ремешком, ручкой такой золотой. Сделана из золотых натуральных шариков, из натуральных бриллиантов. И настоящая кожа, все по-настоящему. И это только для вас. Скидка, сейчас, скидка 100 тысяч. У вас, как я поняла, все по 100 тысяч. Ой, извините, 50 тысяч. Только для вас скидка 50 тысяч. Оно так стоит 200. 200? Ну, а как вы думали? Это очень дорогая сумочка. Вы что? Для вас скидочка, поэтому это 50 тысяч. Вы что, это очень дорогая. Тут все из бриллиантов и золота. А это символ нашего магазина. Бриллиант. Тот бриллиант, который нашли здесь. Этот бриллиант нашли на месте. А до того, как тут открылся магазин, здесь было просто поле. Пока одни археологи не нашли тут шикарный бриллиант. Поэтому мы и решили сделать символом нашего магазина самый редкий бриллиант. Голубой бриллиант. Он тут находится, вы можете на него посмотреть. Стоимость этого бриллианта совпадает со стоимостью, наверное, какой-нибудь даже крутой машинки или квартирки, я даже не знаю. Это примерно 5 миллионов. 5 миллионов? Ух ты! Очень-очень-очень довольно-таки красивый, мне нравится. Я думаю, что лучше этот символ так оставить и никому не продавать, потому что людям будет интересно посмотреть. О, да, он такой красивый, он так похож на мою корону. Ой, конечно, ваша корона очень красивая, я сама знаю это. Да. Так, теперь у нас заканчивается все игрушками My Little Pony. Но я думаю, вам это будет не очень интересно, тут еще всякие аксессуарчики. Ну да. По крайней мере, для меня, для моей дочки это интересно, конечно же. Но для меня это просто не очень интересно. Давайте ближе к делу, где мы платье. Давайте сейчас вам принесу и покажу платье, точнее, моя ассистентка Флаттершай, она нам его сейчас принесет. И как раз эта ассистентка, она знает толк в My Little Pony и поможет вам, Ваше Величество, подобрать самую красивую пони. Флаттершай, будьте добры подойти и принести платье. Вот, пожалуйста, самое дорогое платье, что тут есть для вас. Здравствуйте, Ваше Величество. Это самое дорогое платье, вот. Это список моды, вот прям самый красивый. Да, познакомьтесь с моей ассистенткой. Она очень хорошая пони. Да, я думаю, вы очень рады, то, что я пришла, особенно мисс Рарити. Я думаю, вам интересно узнать очень много о пони. Конечно, я для этого и пришла, чтобы купить самую модную пони. Я думаю, вам подойдет пони королевской особы. Вы же королевская особа, я думаю, вам и пони нужна такого же статуса королевского. Поэтому давайте я вам покажу. Ой, подождите, минуточку. Я просто, извините, что это такое?
Что это? Ну, вот это пони я еще вижу, вижу. Вижу, очень красивая. Все видно, видно. Красивая пони, красивая очень. Да, видно вся текстура глаз. Все видно. Качественная, очень красивая пони, да. Да, вот очень-очень. Прям вот красота, красотой. Красота, красотой. Вот она прям красавица. Качественная принцесса Луна. Простите меня, так как бы сказать вам помельче, ваше высочество. Ну, а вот это что за старье? Все помятое какое-то, некрасивое какое-то. Вы хотя бы знаете, что это за ерунда? Это самая старая коллекция пони. Вы что, как вы вообще такой, фу, ходите? Я вам советую это пони, скорее всего, выкинуть, потому что это пони просто вас позорит, особенно ваш шикарный королевский род. Будьте добры, я от нее избавлюсь. Нет, это моя самая любимая, самая первая пони. Вы не смеете от меня ее убирать. Ну вы что, любите такой хлам? Вас все побьет. Я вам найду самую лучшую, самую из лучших пони. Ну только давайте не вот это старье будем брать. Во-первых, она моя, вы ее уже никуда не возьмете. Все. Это моя любимая. Ой, ой, ваша любимая. Какая ерунда ваша. Это пони. Она не ерунда, она очень добрая и хорошая. Ой. Но раз если вы любите эту пони старую, то я, наверное, даже не буду вам ничего подбирать. У вас совсем нету вкуса. Ах, нету? Тогда я сделаю так, чтобы вы вообще были уволены. Ой, ну извините, ваша сестра, ну просто я не понимаю, как можно ходить с таким старьем? Вот фу-фу. Шикарное платье, я его беру. Доченька, а ты там вымыла? Сейчас я его примерю, пойду. Ой, я вам еще раз говорю, это старье, зачем вы с такой ходите? Давайте мы вам подберем самую модную, а вы нам вот эту отдадите. И мы от нее избавимся, там, не знаю, куда-нибудь возьмем, продадим, в крайнем случае-то. Нет, она... Видно, что вы так, ну, она, мне кажется, редко, потому что видно, что вы так прям говорите, ой, отдайте ее нам, какая редкая, вы что, давайте я вам покажу, у меня есть сайт, у меня есть тут свой телефон, я вам покажу, что она самая обычная пони, мы просто ее выкинем, знаете, как я вам хочу сказать, хоть она и самая обычная, но она для меня самая любимая пони. Ой, ну что может быть любимое в этой ужасной пони? Извините меня, конечно. А я надела свое платье. Посмотри, доченька. Ну и отстаньте тогда от меня. Все, закрывайте свой магазин. Ой, не извините, леди, я просто не знаю, что даже сказать. Знаете, с какой она пони ходит? А, это ее любимая пони, она с ней детства. А я помню, мы еще и пережали с этой милой поняшкой. Милой поняшкой, да вы что это старье? Так, я вам что говорила? Ой, извините, это же самая лучшая пони. Ладно, давайте пойдем уже на кассу. Да, пойдемте, я беру эту сумочку, конечно же. Платьице и вот этот набор для моей дочери. Вот так. Доченька, иди себе выбери пони. Хорошо. Я без вас выберу тут пони. Вы мне не нужны. Извините, принцесса, я же просто не знала, что это пони. Ваше любимое. Я же не знала, что вы такой хлам любите. Поэтому извините меня, извините. Ну, как вам сказать? Это не хлам, это мои самые любимые пони. Особенно моя любимая. Ой, какой хлам, какой хлам, какой хлам. Не хлам. Так, какую ему выбрать? Она единорожка. Значит, ей нужна какая-нибудь сестричка. И я бы вам, быть профессионалом, ну, точнее, я есть профессионал, господи, что я уже несу-то. Так как у меня очки падают, поэтому я без очков, я, в принципе, и так вижу. Хотя нет, лучше стойте в очках, а то не разгляжу. Так. По моему принципу вам подойдет королевская пони. Хотите принцессу Луну? Нет, у меня просто уже есть. А, ну да, это... Но просто это красивая. Нет. Тогда вам подойдет вот этот единорожек. Ой, раз уж вы любите эту
Пони. Вам подойдет вот этот вариант. Вы просто посмотрите. Я очками вижу, что она самая красивая. У нее, кстати, тоже очки. Красивая блестящая грива. И такая же, видите, как грива. Такой один кусочек гривы. Он такой выделяющийся, как у вашей фу, старой пони. Будьте ее брать. Конечно, конечно. Тогда идемте все на кассу. Так, вы здесь точно берете? Ну, конечно же, точно. Вы что? Так, пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Ага, ага. Ой, с вас всего-то 1 000 000 и еще 500, получается, тысяч. Ну, я королева, я смогу оплатить. Пип-пип-пип-пип. Так, все. Спасибо за покупку. Заходите еще в наш магазин. Ура, у меня новая пани. Такая прикольная. Так жалко, что что мою старую пони обзывали. Ну, это тоже она очень красивая. Нясочка, нясочка. Да. Ой. Будешь знакомиться с моей дружной компанией пони. Вот. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И всем пока.